28-летняя Кейт Миддлтон, вернулась в Лондон из официального тура по Ирландии. Герцогиня Кембриджская сменила роскошные наряды на уютный кэжуал. Супруга принца Уильяма решила купить новые книги для своих детей. Кэтрин самостоятельно отправилась в книжный магазин в Кенсингтоне, районе на западе британской столицы. Герцогиня составила безупречный стильный образ. Кейт надела небесно-голубое пальто, под которым у нее оказалась водолазка в тон и синие джинсы. В этом пальто Малберри, супруга внука королевы Великобритании, уже выходила в свет 4 года назад. Герцогиня часто демонстрирует свое бережливое отношение к вещам. Завершением образа стали черные кожаные лоферы, небольшая кожаная сумка на золотой цепочке и лаконичные серьги. Кейт выглядела очень сосредоточенной, она искала исторические и военные книги для детей. Недавно Кейт Миддлтон сыграла в футбол лучше мужа. Герцогиня рассказала о новых увлечениях своих детей. Супруги совершили романтическую прогулку.